Всем большой привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Сегодня с вами пойдем в магазин «Светофор», будем смотреть товары, которые пригодны к покупке, и товары, которые стоит избежать, чтобы сэкономить денежные средства, чтобы сэкономить свои нервы, здоровье. Я желаю вам приятного просмотра, спасибо за лайк. Первый товар, который захвалили, 1169 рублей стоит доска знаний или мольберт. Двусторонняя данная доска. Вот она есть в собранном варианте. Сейчас сначала посмотрим с вами, что здесь указано. У нас есть такая, но мы брали намного дороже, если честно. Но брали, правда, давно. Россия, производитель, город Ижевск. Двусторонний, регулируемый по высоте, что немаловажно. Есть вот такие счеты. И магнитная есть сторона для рисования и для магнитной азбуки, и для рисования мелками. Вместительный пенал для хранения мелков и концтоваров, и удобный держатель стакана непроливайки. Давайте сейчас вот в таких вот это все коробах приходит, и выглядит все вот таким вот образом. Но действительно, это тот товар, который стоит приобрести ребенку, можно с ним и заниматься. Счеты, вот этот пенал, о котором говорилось. Первая сторона вот эта, это где рисуется водными маркерами. И если мы с вами обойдем, то здесь вот такая вот доска, где рисуется все мелками. Регулируется все по высоте, даже есть шкала. Поэтому, друзья мои, присмотритесь, знаете теперь, где можно сэкономить. Кстати, в прошлом выпуске я вам показывала вот такой вот стол кухонный ЛДСП. Цена у него, сами видите, 1723 рубля. Вот он в собранном виде. Красивые хромированные ножки, как бы двойные идут. Ну и вообще отзывы о нем только хорошие. Не так давно в магазине появился вот такой вот товар. Это столешница кухонная клеящаяся размером 120 на 80. Термостойкая, 144 рубля она стоит. Хочу сказать, что хорошая вещь. Тоже ее начали хвалить. Снимается пленочка, все это приклеивается и очень долго сохраняет поверхность стола. Красивые такие, прикольные под дерево тоже расцветки. Их осталось уже немного, было намного больше. Также хвалят вот такой вот набор. Набор отверток реверсивных с набором бит и головок. 40 предметов в наборе. Вот покажу поближе, что входит в набор. Стоит он 250 рублей. Все в таком кейсе, ничего не потеряется. И мужчины писали, что хороший набор. И вот я вижу, что появился еще один набор, это новинка. Мы с вами его еще ни разу не видели. Набор автомобильных инструментов, 20 предметов, хромированная сталь и тоже в кейсе. 300 рублей стоит он. Я так понимаю, что вот на изображении показано, что входит в данный набор. И еще вот указано. Поближе вам покажу, если интересно, можете почитать. Вы всегда спрашиваете, кто производитель. Давайте сейчас эту информацию с вами и проверим сразу. Этот набор нас удивлять не стал. Это Китай, производитель здесь. И в первом случае у нас также Китай. Смотрю, что снова завезли набор инструментов на 150 предметов. 1539 рублей он стоит. Их очень давно не было в продаже. Вот сейчас он появился. Когда-то была возможность его открыть. Я вам его открывала, показывала. И там все то же самое, что сейчас вот изображено. Тоже хороший, удобный кейс. Вот так вот он выглядит. Упала упаковочка. Но она снимается, просто бумажная. А кейс, посмотрите, какой стильный. Также очень давно не было в продаже вот этих вот светильников. Они небольшие, но пылевлагозащищенные. Сейчас я вам подскажу, сколько он стоит. 145 рублей всего лишь. Технические характеристики вот перед вами. Но хочу сказать, что его очень хорошо хвалят. Он дешевый. В принципе, можно где-нибудь его найти, ему место. И тоже давно не было вот этих больших настенно-потолочных светильников. Сейчас тоже подскажу вам, сколько он стоит по цене. 328 рублей. 18 ватт, размер 330 на 50 миллиметров. Тоже они уже были в продаже, просто их разобрали. И сейчас появились, снова решила вам показать. Их тоже очень хвалят. Также завезли от фирмы Start вот такой вот светодиодный прожектор. Тоже очень давно его не видела в продаже. 30 ватт.
2 года гарантии. И посмотрим, сколько он стоит. Стоит он 199 рублей. Подобного плана, но он побольше. Есть вот такой вот. Светильник настенный. 211 рублей он стоит. На солнечных батарейках он. Ну и я могу сказать, что тоже есть в нем датчик. Вот покажу технические характеристики поближе. Тоже его хвалят здорово. Здесь у нас появилась новинка. Стоит 111 рублей. Консервированные персики половинками в сиропе 850 мл. Узбекский сад, персики. Не содержит ароматизаторов, красителей и консервантов. Натуральный продукт в сиропе. Я уже посмотрела, что производитель Узбекистан. То есть все как указано, все честно. В составе персики свежие, вода, сахар и регулятор кислотности. Хочу посмотреть, когда они были изготовлены. Вот она, дата производства. 20-й год. В общем, этой баночке почти уже год у нас. А срок годности 24 месяца. Вообще, с такими продуктами будьте аккуратней. Многие писали отзывы, что были отравления. Если честно, я сама когда-то покупала, правда, было уже несколько лет назад, покупала не в светофоре, тоже персики. Делала даже из них запеканку с ними вместе. И тоже очень сильно отравилась. С тех пор, честно, больше такое не покупаю. Дальше фасоль. Фасоль. Есть белая фасоль. И также есть красная, натуральная. По стоимости они одинаково. 32 рубля. 425 мл. Тоже я могу сказать вам, какая упаковка попадется. Какая-то мягкая будет, хорошая. А где-то будет твердая. Но в принципе, в целом хорошая фасоль. Цена отличная. Давайте смотреть дальше. Горошек зеленый, салатный. Тоже противоречивые отзывы. Я, например, покупала. Мне попадаются только исключительно мягкий горошек. Называется он салатный. Стоит 24 рубля, 420 грамм. Ну вот, как-то так. Давайте посмотрим. Горошек зеленый, вода, соль и сахар в составе у нас. И Россия, Белгородская область, производитель. А вот рядом у нас стоит с вами горошек овощ в помощь, который вы не заценили. У вас он постоянно, вы писали, твердый. Я покупала, в принципе, мне тоже попадался он нормальный. 28 рублей он стоит, 420 грамм. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Кукуруза. Кукуруза хорошая. Отзывы тоже хорошие. Она появилась совсем недавно. Это белгородские овощи. Высший сорт. Сейчас, а вот она цена, 38 рублей на нее. 400 грамм. Так, вижу, что новая появилась скумбрия. Дальневосточная. 250 грамм. 52 рубля она стоит, такая баночка. Натуральная, с добавлением масла. Если вы уже пробовали, то пишите. Вид разделки здесь куски. И, ну, я думаю, знаете, во-первых, это Калининградская область, производитель. И здесь в составе не будет ничего другого. Рыба указана, масло подсолнечное, рафинированная соль, поваренная пищевая и перец душистый. Но это нужно пробовать. Бывают прям куски какие-то непонятные. В общем, все бывает. Привезли кильку прям в огромном ассортименте, в огромном количестве по 28 рублей. 240 грамм. Республика Крым, производитель. Килька в томатном соусе, не разделанная. 240 грамм. Не пробовала я еще такую. Если вы пробовали, напишите, пожалуйста. Но вижу, что ее разбирают. Цена, потому что доступная. Картошечки пойдет самое то. Снова в продаже имбирь. Ох, как давно я его не встречала здесь у нас. 158 рублей. Он маринованный. И хочу посмотреть, точнее вспомнить, кто производитель. Конечно, это Китай. В составе вот корень имбиря. Вода очищенная, соль, регулятор кислотности. Много ешек. Вот так вот. Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Содержит подсластитель. Отзывы тоже разные. Кому-то
попадается хороший, и кто-то берет его постоянно, а кому-то попадается какой-то кислый. Но этот продукт на любителя, мы такой не любим, никогда не покупаем. Свое мнение о нем не скажу. Даже когда приобретаем роллы или суши, никогда в пищу его не пробую. Если честно, не мое это. Паштеты. Паштет с гусиной печенью и укропом. 250 грамм, 46 рублей. Вот такой паштет, он появился у нас буквально недавно. Вы отзывы еще о нем не писали. Напишите, пожалуйста. Алмазная мозаика. 390 рублей, 40 на 50 сантиметров. Немного ее совсем. Вы просили показать, какие есть расцветки, если я не ошибаюсь. И смотрите, здесь уже кто-то доставал одно панно, чтобы не вскрывали все упаковки, чтобы посмотреть, что внутри. Вот такое вот полотно. И вот, как мы видим, бисер и все необходимое, чтобы прилеплять данные бисеринки к полотну. Вы знаете, есть выбор по картинкам. Покажу вам некоторые, потому что выбор очень большой. Здесь просто не хватит целого ролика, чтобы вам показать все. Но я очень рада тому, что выбор есть. Смотрите, какая девушка. Слон. Но их очень быстро разбирают, поэтому поспешите, кому нужно, девчонки. И я еще заметила, что они есть вот здесь вот у нас на стенде. И еще можно посмотреть их вот там. Тоже вижу, что есть что-то из них. Кстати, по отзывам. Вы уже поняли, да? Что постоянно в комментариях просят их показывать. Их очень хорошо разбирают, потому что цена просто невероятная. А кто любит сам заниматься такой деятельностью, это просто находка для них. Также хочу сказать положительный отзыв вот об этой каше из кукурузных хлопьев, которая не требует варки, 400 грамм. Стоит 37 рублей. И вы знаете, как завтрак, это просто спасение какое-то. Здоровый завтрак, хотя некоторым не нравится, потому что это хлопья. Но я считаю, что лучше скушать такое, чем что-нибудь вредное, скажем так. Это просто, я сейчас скажу вам, кто производитель, это Курск, это наши хлопья. Поэтому обязательно попробуйте, может быть, и вам понравится. Мне, например, нравится миксовать утром то овсянку, то вот такие вот кукурузные хлопья. Не надоедает ни одно, ни другое, а овсянка была уже такое дело, что один раз поднадоела. Конечно, все хуже и хуже отзывы становятся вот о таких коктейлях фруктовых, ореховых. 52 рубля он стоит, и пишут, что очень грязный всегда, кислый, горький, что только не пишут. Но, знаете, некоторые орешки, например, пережаривают, и все хорошо, и добавляют, к примеру, в выпечку. Ну, по изюму вы все уже знаете, какой изюм не возьмешь, если его промыть, а промывать нужно все сухофрукты всегда, то остаются одни шкурки, а то и не остается вообще ничего. Зато хорошие отзывы у нас вот об этом продукте. Это арахис в сахарной глазури за 500 грамм, 92 рубля. Вообще, конечно, арахис сам по себе не полезен, но в составе сейчас вам покажу, что ядро арахиса, сахар, мед, пищевой краситель и ванилин. Не так давно появился этот продукт, но стал уже любимчиком. И вот такие вот цукаты тоже пишите, что добавляете их в выпечку. Хорошие для этого дела они. 159 рублей за 500 грамм. Конечно, сейчас они мягенькие, их только завезли. Вот вижу их прям много-много. Ну и вообще по вот этим вот всем сухофруктам, которые здесь есть, тоже отзывы разные. Кому-то нравится, кому-то нет. Конечно, нужно смотреть на срок изготовления, потому что от этого зависит многое. Свежесть, мягкость, ну вы меня сами понимаете. Отличные отзывы. Вот об этом кремовом зефире я могу сказать вам смело и свой отзыв. Действительно, это очень вкусная вещь с неплохим составом абсолютно. Можно есть ложкой, добавлять в кофе, украсить десерт и намазать на хлеб. Стоит 70 рублей за 200 грамм. Я вам уже такой показывала не раз. Ну и действительно, просто очень вкусно. По составу давайте вам все-таки расскажу. Это глюкозный сироп, сахар, вода питьевая, сухой яичный белок и ароматизатор ванильно-сливочный. Все, больше ничего нет. Еще, кстати, было, не знаете, а вот он дальше стоит.
малиновый маршмеллоу, очень похож с тем, просто еще вот чувствуется малинка. Тоже очень вкусный, тоже покупаю постоянно, когда здесь бываю. 82 рубля за 240 грамм со вкусом малины. В составе у нас потока крахмальная, вода питьевая, сахар, инулин, белок яичный сухой, ароматизаторы, регулятор кислотности и кислота молочная, краситель, соль. Ну, в общем, тоже вкусно. Попробуйте. Для кого состав приемлем, конечно. Рядом стоит тоже сладость. Не могу пройти мимо и не рассказать. Мягкая карамель 500 грамм, 64 рубля. Конечно, очень приторная, но хозяюшки мне писали, что с удовольствием такую добавляют в выпечку. В пирожки, в круассанчики, самое то. Ну что, друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Будет еще выпуск, конечно, и не один. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Планирую здесь снять еще канцелярию, которая будет точно самая дешевая. Скоро школа, скоро осень, нужно готовиться. Спасибо вам большое за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч, всем пока!